Время утра. Я топчу за Анюткой. Идем. Вот идем. Очередной раз в нашем лесу. Идем за Анютой. Сейчас иду за ней. С вами же идем. Сейчас придем. За ней. Заберем, поедем. В другой городишко съездим. Если что, я вам там что-нибудь покажу, подсниму. В другом городишке. Да так, по магазинчикам. Строительный. Да так. Если что, за продуктами. Сегодня будет, может быть, насыщенный влог. Вот так вот, ребят. Да, и что еще хотел сказать, не забывайте, подписывайтесь в телегу. Вон смски идут. Ребята все проснулись. Так что все. Сейчас отдельный видосик для тележки запилю. Для группы. Там прямое общение. То все. Тоси-боси. Все. Топчем дальше. Включаемся, как обычно, по мере возможности. Все. Обнял, ушел. Сейчас с вами зайдем куда? Правильно, в монетку. Купим сачка, чтоб дядя Рома попил чуть-чуть, а то что-то он пить хочет. Заходим в эту прекрасную сеть по этим прекрасным ступенькам. Если честно, я бы хотел кваса попить. Но кваса у нас в холодосе нету. Легко. Холодненькая. Цены. Легко. Квас есть, но большой. Большой нам не нужен. Ищем дальше. Ну что, вот купил водичку. Такую. 0,5. Думаю, от жажды не помру. Так что тянем свою пятку дальше. Я что ступил-то? Не взял этот. Да и не выпил, не то что не взял, блядь. Таблетки, блядь, у меня зуб пиздец болит. Я аж не могу, нахуй. Сильно очень. Ну так вот. Сейчас хуй его знаю. Аптеку если только искать. Да? Думаю, найдем. Что-нибудь придумаем. Все-таки как-никак без 5 минут доктора вылечат, наверное. Сейчас все аптеку не найду, что-нибудь дадут обезболивающее-то, наверное, может быть. Вот наш пруд, кто не видел. Я уже в центре. У нас парк перекрыт. Сейчас мужики говорят, вроде по дороге слышал, рестораны будут открывать, все дела. Мы переходим дорожку. Да-да, дорожку. Тут у нас голубки сидят постоянно, все в говне, считанные метры дойти. И все. Ну, кто влоги смотрит, тот знает. Куда идти, или вернее не куда идти, а куда я иду. Так что остается капелюшку. Все посносили, я уже говорил, что такие дома были, ну не такие уж, чуть похуевее, конечно. Все, доскакал, надо приезжать и забирать. Улицу, улица Попова. Остались мне считанные минуты, пару минут, и я уже пришел за моей драгоценной. Так что, ну так что, будем включаться, все. И снова обнял, ушел. Открылось. Все, заходим.
смотрим дальше и не переключаемся. Вот я пришел, поздоровайся. У тебя есть поклонники по-любому же? А? Гав-гав? Привет. Ну что, привет-то? Подожди хоть. Привет. Вот я пришел до Анюты. Где она обитает? Дома не ночует, здесь находится. Удивительные твари, нигде не обитают. О, еле добрался, ну как еле? Вообще махом я долетел. Так что, все, че. Дальше будем включаться, как обычно, по мере возможности. Там Серега сидит еще. Серега. Обыкновенный. Работали вместе раньше, ебать тут Ташкент. Все, Индезит, Хайер, все покупайте. Что сдала? Что сдала? Написала. Завтра же. Написала? Написала. Сейчас поедем печатать в типографию. Все, смотрим дальше. Вот тогда нам в типографию надо было. Находимся здесь, вон у нас. Кто это? Пишите в комментариях, позолотили бедолагу, типа бронзовый, все дела, Ленин, да, это вот советская администрация у нас, там центр, там вон центр Сибирь, там вон за деревом луч, ихний кинотеатр. Мы ебать раньше маленькие там в кинотеатре моросили, свистели, прям в кинотеатре курили, пили. Там, короче, вон мой военкомат есть. Когда, короче, на комиссию дергали, мы постоянно, короче, бегали сюда в столовую, здесь в столовой, и здесь в подвале столовая. Блять, там кормят так пиздато вообще, охуительная еда в принципе. Столовая, все вот это вот. Очень все вкусно было. Сейчас не знаю, есть, не есть. Улица 50 лет, Пионерии 11А. Приезжайте в наши города, будете счастливы. Стелла ихняя какая-то. СССР. 50 лет СССР. Вот еще стена какая-то есть. Поле у них футбольное. Знаменитый тип футбол. Футболисты. Что-то ни одного нет. Бля, я бы сейчас на поле бы пошпилил бы. Сзади Стелла. Полазил. Сзади Стелла. Вон. Одни руины. Нихуя не восстанавливаю. Вот поле. Больно. Заебись бы поиграть, да? Когда-нибудь соберем здесь встречу с подписчиками. Сыграем в футбол. Да? Так что приезжайте. Ихняя милиция. Пассаж, то все. О, Пуся звонит, все, давайте. Анюта позвонила. Иди, говорит, обратно к Ленину. Вот приходится идти к Ленину, короче. Я ж сиги забрал, а она курить хочет. Сейчас перейду со штрафом, как бы. Сиги забрал, она, короче, курить хочет. Вот иду обратно к Ленину. Приходится, что делать? Надо как-то ходить. Не успел его ничего показать. Правильно? Правильно. На меня все так смотрят. Что ж он делает, что ж он делает. Все, идем к Ленину. Тут можно все показывать? Получила. Зеленый. А что ничего не написано? Ничего, это же руки хотела. Да. Соплей. Соплей. Цвет соплей. Соплей. Поздравляю. Еще рано поздравлять-то завтра. Завтра. Сначала мы твит, потом поздравляем.
И тут кому надо, тот прочитает. Это нельзя, наверное, да? Конечно, нет. А зачем ты тогда? А? Показываешь? Как зачем? Все, мы полетели. Все, получила она свою книжку. Летим дальше. Дальше не знаю, куда, в магазин или куда, даже понятия не имею. Так, все, полетели, ребят. Линолеум выбирать. Такой серый, что ли? Выбираем линолеум. Прихожку. Тут что-то линолеумов нет. Ничего не выбрали, короче. Тут только что-то куда-то они пропали, все равно нет, вон идет. Ничего нету, линолеумов нет. Арбузики, как я уже говорил. Все, будем ходить далее. Что делать то? Все хорошо. Так что пойдем. Сейчас, может, арбуз попробуем. Ходим по магазинам опять. Царевна моя ходит. Мне? Втянул. Это я. Чё, прикольно, рубаха, она бы мне пошла, к лицу была. Мне с чем рубахи-то носить? С коротким рукавом. Ковтёжки тут, все дела там. Пиджачок. Ну, тут только вот такая натянется. Прикольно. Вот это. Огонь, блядь. Охуенно. Вот это охуенный материал вообще. Охуенно. Померяешь? Нет. Пошли на тебя что-нибудь посмотрим. О, смотри, какая. Да нет. А вот такая. Беленький надо, беленький. Нет, что это цвет? Тебя балду. Да, конечно, да хуй. Где, с чем ходить-то мне? Штаны вот какие, как я могу с рубашкой? Такая, что тебе не нравится? Ну, померяй. Вот это мне нравится. Мне, а это... Давай померяй. Нет, она мне маленькая. Где маленькая? Где? Вот здесь, в животе. Я тебе говорю, маленькая. Поверь мне, моему опыту. Я тебе все время говорю. Рубашки не ищем, да? Лучше что-нибудь другое поискали. Носик припудрили. Блин, хватит крутиться передо мной. Ух ты. Я ее в смысле сбиваю. Ладно, поехали дальше. Пошароебимся потом. Короче. У нас в детский мир без масок не пускают, залупаются на нас. Нет, все, ничем больше. Разборки за маски. Мам, серебряное колечко. Папе купишь? Ну так, то не по размеру. Чё? Для дома тут вообще ничего нет. Угу. Даже кастрюльки.
Мама смотрит вот перчатки от коронавируса. Что ищешь? Весы? О, кстати, хорошо, что я помню. Градусник? Ложь, пиздёж и провокация. Плюсом бывали? Да, плюсом, минусом. В разных местах. Такая же шляпа. Ножи. Что-то у меня прямо что-то кипит, кипит прямо. Какашка? Да. Кошка? Мне? Мне. Я буду спать. Мне. Уходим. Что, все, походили, короче, поехали домой, наверное. Так, по итогу. Все покажем, все расскажем. Жрать хочу, пиздец. Очень сильно. Ладно. Мы все ездим, ездим. Уже столько магазинов объездили. Все, найти не можем себе. Ничего. Ну как мне? Кусенька шортики купила. Кроссовочки. И рубашку. Сейчас заехали еще в один. Да, заехали в светофор. Сейчас поедем дальше. Съездим на дачу, наверное. Накроем какой-то мотор. Трактор, вернее, накроем. Ну, потом домой, что. Ладно, увидимся. Приехали на дачу. Тракторенок вот этот вот накрыть надо. От дождя. Сегодня ночью дождь обещают. И вот мы примчались. Вообще охуели. Купил пару бутылочек Туборга 7. Жару сбить. Так, блядь. 83 рубля бутылка. Вообще охуели. Добрый магазин, вообще дорогой. Вот так вот. Тракторенок вот этот накроем сейчас. Да поедем домой, что поездили по магазинам, то все. Заебался. Время уже вечер. 6 вечера сейчас. Так что, короче, ладно. Что-нибудь покажем. Расскажем. Да хотя что показывать уже, все. Больше ничего показывать-то и не будем, в принципе-то. Так вот. Как есть, так есть. Чем? Всем пока. Такой был влог. А может, еще и включимся. Но это не факт. Ваше здоровье. А вот что стало с бассейном, который мы надували. Он тупо сдулся. Все, скажи нет Васику. А вода-то уже теплая. Но тупо сдулся. Это пиздец. Песка нахуярило туда. Вон Анютка сидит. Все видно будет. Вон она. Сядет такая вся. Вот такой бассейн. Все, сейчас поедем домой. Да и все. Жалко, блядь, вся вода вытекла. Заплатки, витать, пизда стал. Да и бор сдулся, но... Ну и что, можно в этом лягушатнике поплавать. Ладно, все, увидимся. Арвидерч. Дурь, зверь. Просто бомба. Машина, огонь. Все вам покажу. Сидушечка. Все, ходовое. Скорость у него примерно где-то 65 км в час. Бат-бат-бат-бан, шапун, бля.
офигенный, морда массивная просто. Жин-жин. Просто огненный таз. Вообще бомбочка. Поворотники в идеале, все в идеале. Все пружинки, все. Все. Звоните, у кого есть мой номер. Распахаем, вспашем, все сделаем. Бурилку сюда поставим, все. Просто идеал. Руль рабочий, все рабочее. Он топчет, ёптать. Все. Смотрите далее. И снова в Советском мы. Вот Анютин колледж за деревьями. У них тут Бродвей охуенный. Да? Бродвей охуенный у них тут. Сейчас больницу покажу вам. Вот ихняя больничка. Советская районная больница. Там наш город Югорск. Прямо-прямо. 12 километров. Байкеры. Байкер с байкершей. Мы с тобой одинаковые почти. Да. Вот и мы. Наши лица. Люди. В одинаковом. Да? Угу. Со синими вертолетами. Скоркнув тебя, понял? Вербилд. Страсть, ненависть. Что с этим делать, Мавр, там пишет, слышишь? Да. Надо ответить. Все, надо ответить. Мавр, привет. Идем. Два. Телепузик. Телепузик. Школа твоя? Не школа. С училища. Советский политехнический колледж. А что, они не смогут это? Что, не смогут это брать? Пусть попробуют, да. Заходим. Так вот выглядит. Все забрали. Обратно. Короче, ладно, поехали мы обратно к себе. В город. С этого с училища. Ладно. Все, ребят. Всего хорошего. Вам. Увидимся.